Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Nearly Dead. Я, собственно, потратил все очки, которые у нас есть для того, чтобы рерольнуть миниган. Сегодня мы с ним, собственно, и пойдем. Я его рерольнул на ammo consumption rate плюс 15%, и посмотрим, во что это нам выльется. Берем мы, естественно, нашего дружочка-пирожочка на последней сложности. Так, набор оставляем у него, в принципе, тот же. Number penetration, boost у него тоже на penetration будет, что нам только в пользу, с учетом, что у нас x3 projectile, то есть... Вообще должна быть грязь. Ну а так спид, он, собственно, по дефолту нам нужен. Поэтому поехали. Наша задача, как можно быстрее найти все возможные бусты на винтовке, естественно. И желательно еще и при этом всем раздобыть такую вещь, как... Сейчас, подождите, где у нас револьверчик на всех пожарных. Такую вещь, как скорость атаки. При этом нам нужно найти этот мега-баланс между затраченными пулями и, собственно, затраченными пулями и их потреблением. Потому что у нас очень большие проблемы могут быть именно из-за потребления. Так, что у нас есть? На райфл обычный СМГ Accuracy Damage. Это все, конечно, хорошо, но не то, что нам прям надо. Так, пол weapon, heavy weapon. То есть вот эти два у нас только, да? Ну, я думаю, что на самом деле... Вот это имеет больше смысл. Хотя Кьюриси нахера. Ренжа нам больше имеет смысл. Давай сюда ренжу. И давайте сразу нахапывать пулеметы. В чем его проблема? Он дорогостоящий собака. Я даже думаю, что мы, наверное, первого уровня револьвером постреляем. Потому что его пули очень быстро будут тратиться, а стоит каждая пуля по 5 деталек. А это как бы, ну, мягко говоря, прям дохера. Прям очень дохера. То есть у нас сейчас всего лишь есть 200. С нашей скоростью стрельбы это как бы вообще ни туда, ни сюда. Давайте попробуем с револьвером, если будет совсем плохо. Не, револьвер вообще отлично. Ну как, насколько это возможно отлично. Тихо, тихо. Ясно, они меня рыло дно цени дадут. Но зато пулеметом мы их сбриваем за секунду, это я понимаю. И мы сейчас насобирали буквально на сколько? На 12 пулек. Сейчас надо их все-таки чуть больше компрессовать в кучку, потому что... Затраты уж слишком конские. Так, яблочко давай в рот. Опять же, у нас будет больной точкой ХП, поэтому про это тоже не забываем. Так, итак, Power Crit Rate. Crit Rate у нас в базе 20%, мы его можем поднять до 35. Но, честно говоря, я думаю, что инвентарь нам будет чуть-чуть важнее. По ряду причин, потому что нам нужно собирать очень много деталей. А как мы собираем много деталей? Правильно, собираем много лута. Поэтому давайте добавим инвентарь. Я думаю, сейчас это не столь критично. Пока не торопимся никуда в плане локаций. Будем смотреть по ощущениям. Нам главное дойти сейчас до границы, в которой мы себя ощущаем финансово стабильно. Только тогда мы уже сможем начать действовать. Но это страшно. Это очень страшно. Я честно уверен, что мы даже, наверное, не сможем рассчитать, сколько урона мы наносим. Но при этом всем нам надо как-то научиться экономить пульки. Есть, конечно, вариант попробовать еще один перк на него поставить, именно на Armor Reduction, Consumption Reduction. Вот, но, опять же, там процент не столь велик, поэтому он нас, по идее, не то чтобы спасет. Пацаны, прием. Я пытаюсь по одной пульке выстрелить, но это почти невозможно. То есть это надо настолько точечно нажимать... То прям жепа. Так, давай арбалеты, мы их продадим обязательно. Нам сейчас надо будет прикинуть... О, кстати. Второй обвес на райфл. Давайте вот это выкинем. Нам по-хорошему нужно собрать абсолютно все и максимально перерабатывать делишки, которые мы находим. Потому что иначе нам реально тупо не хватит бабла на снабжение самих же себя. Хотя казалось бы, да? Что там наснабжать? Так, досвидулькин, что у вас здесь? Винтовка, давай, копье себе оставьте. Обвес на дробаш, это можем сюда запихать. В принципе, все, да? Давайте заберем и копье тогда. Мы нормально нахоботили, я думаю, что мы сейчас продадимся и будем еще какое-то время жить. У нас, правда, куда-то армор весь испепелился. Я так и не понял, куда, ну да ладно. Так, драгуша, забирай вот это все. И броню тоже забирай. Забирай арбалет. Ну, технически мы уже вышли в плюс.
мы плюс 100 можем сделать, у нас будет 250, то есть уже больше, чем у нас было. Но нам еще нужна броня. Давайте сначала броню попытаемся добить. Ну, я немножечко еще возьму до 200. Будет сложно, будет больно, и нам нужно как можно скорее найти скорость передвижения еще в придачу. Тише, тише. Испепеление. До свидульки. Давай сюда. Вот с них я вообще почти ничего не получаю. В этом есть преимущество нам, кстати, быстро перейти в следующую локацию, потому что там тупо лута с мобов будет больше. И мы сможем себя финансово обезопасить чуточку быстрее. И по еде, кстати, там тоже получше на самом деле в дневных этих забегах. Сейчас глянем, короче, сейчас глянем. Может, сразу перейдем на барьер и заживем совсем другой жизнью. Уйди, уйди от меня. Бзю, бзю, бзю. Но это совсем грязно, мне кажется. Если бы это не было так дорого, это было бы вообще супер грязно. Так, это нам не надо. Curiosity Crit дамаг. Такое range mobility, давайте. До сотки доведем, чтобы мы хоть нормально бегали, пока стреляем. Пока зажимаем, я бы даже сказал. Так, 140 у нас есть. Давайте еще накинем в армор. Все, я спокоен, арморчик у меня есть. Это оставляем. Пожалуйста, второго уровня локацию. Пошел я нахер, понял. У нас проблема в том, что нам нет смысла выкачивать релот, потому что у нас на пулемете же его нет, правильно? А если мы не выкачиваем релот, то мы не сможем использовать револьвер-дробовик. Ну как, сможем, но с его стандартной скоростью перезарядки это такая себе шляпа, честно говоря. До свидулькин. Что тут спрятали? Махалку давай сюда. Так, ребятки, вы мне должны надавать деталей, чтобы мне хватило на окупаемость затраченных на вас пуль. Ничего личного. Так, это у нас, кстати... А, бля, это не на райфу, жаль. Так, забирай это все, пока берем. Потом, если что, поменяем. Чем больше целей за один вот этот бздюк мы поражаем, тем, собственно, лучше. Но не всегда получается несколько целей сразу. Так, отличненько. Еще детальки, дробовик помповый. Давай вот сюда. Нам надо понабрать как можно больше. Это слишком люто выглядит. Так, ты на райфл не распространяешься, да? Свободен. А хотя, в принципе, ты вроде дороже. Давай сюда. Минералочка, бляха. Было бы неплохо начать собирать нас. Кстати, стоп. А, это метательные. Метательные нахер не надо. Так, обвес это Small Arms вроде бы, а помповик у нас есть. Ребятки, собрались кучку. Молодцы. Потратили мы достаточно много на самом деле. Что не есть гуд. Но жить можно. Какое-то время жить можно. Коктейли Молотова не надо. Все, текаем. Нашли мы 715, что очень неплохо. Броню мы вообще не потратили. Нашли еще бонусом минералку, поэтому вот это все добро отдаем. Получаем еще до 900. Ну, пока что это выглядит как плюс, но я очень экономно трачу. Я бы даже сказал супер экономно. Но мы выходим по чуть-чуть в плюс. В этом, в принципе, наша задача. Так, я только про меч забыл. Заберите его тоже. Можем еще даже взять. Давай еще. 340. Поехали. Сейчас, наверное, пойдем на зону, я думаю. На барьер. А что, у нас такая кучность большая стала? Не коцайте мою броню, я вас прошу. Она дорогая вообще-то. Если так можно ее назвать. Скорости очень сильно не хватает. И беда еще в том, что скорости пока не предвидится даже в развитии. Что очень плохо. No. No. Так, давай сюда, этим обмазываемся, давай сюда. Так, давайте хоть как-то в линеечке, хотя бы чуть-чуть. А что за плотность такая повышенная произошла внезапно? По урону это просто ужас. Единственное, что нам нужно найти реально способ, как этот урон поддерживать. Пока что это очень дорогостоящее удовольствие. Так, accuracy плюс 50 крит дамаг, либо же чистая атака этот... Либо забрать наконец-то этот буст, чтобы мы...
Давайте все-таки, наверное, что-то полезное. У нас урон довольно колоссально будет увеличиваться, даже в процентном соотношении. Подождите. Так, шанс пенетрейта, это, конечно, супер. Аксессуар еще лучше. Но здесь еще и критрейт. Энек-бенек, его вареник, энек-бенек, бац. Давайте тогда бац. Следующий как раз скорость. То, что мы и заказывали. Я забыл избавиться от вот этой штуки. Так, что-то у нас появилось новое здесь. No. Я думаю, двигаем на барьер. Потому что мы там будем тупо больше лута получать. Поэтому нам нет смысла здесь засиживаться. То, что военных мы растеребим, это, по-моему, вообще не вопрос даже. Не обсуждается. Главное, становитесь в рядочек, в кучечку, в линеечку, как вам будет больше нравиться. Да, военные разлетаются, единственное, что некоторые военные... Нихера у нас дальность, слушайте, я только сейчас понял. Проблема в том, что военные будут пытаться нас зажать, и нам желательно их заранее отстрелить. Чтоб не создавать себе проблем. Нихера себе, я могу дотягиваться аж за экран куда-то. Так, нормально. Главное, что с них детальки падают в приличном количестве. Ай. А тех я не вижу, к сожалению. Так, хилочку давайте все-таки потратим. А вот теперь вижу. Вам жопа. Я не уверен, что я в того попал. Попал. Выглядел как аим вообще какой-то. Лол, я же еще барьер не прошел, в смысле? Что? Мне засчитало проход, хотя я не прошел еще последнюю линию. Что? Что? Я забагал игру, меня дважды левелапнуло, что? Окей, давайте скорость, давайте этот буст. Так, reload time, attack speed. Time, attack speed мне не нужен сейчас на самом деле. У нас с ним и так сложности. Так, запас по рюкзаку, наверное, нет. Хотя нет, да. Давайте его возьмем. Еще левел ап скорость. Слушайте, мы как для первого барьера. Мы очень много бустов получили. Это и восхитительно, в принципе, одобряем. Так, рецепт карабина, рецепт рокет лаунчера. Окей, это все мы продаем, это нам не пригодится. Упс. Упсы-дупсы. Так, это все продаем за гранатомет, и мы получаем косарь сверху. Что меня, несомненно, радует. Соответственно, мы набираем до 500 пулек. И нужна еще броня. Нужно еще немножечко брони. Так, состакать. Я думаю, что так как инвентарь увеличен, можем уже с собой броню таскать. Причем желательно побольше. На всяк пожарный, это знаю я, как оно все работает. Так, мы с 300 поднялись уже до 550 пулек. До 600 даже. Я думаю, что жить можно. Мы ушустрились в разы. Стали активнее, соответственно, теперь от мобов мы сможем хотя бы убегать. Не получать постоянно в харю. Я еще буст даже не юзал, вот в чем проблема. Буст все еще ни разу не был активирован за эту катку. Я боюсь представить, что будет с бустом. Сложность еще в том, что около невозможно рассчитать наносимый урон. Ну, потому что вылетает очень много пуль. Очень-очень большим разбросом. Тише. Давайте все в кучку. Сейчас попробуем буст юзнуть, слушайте. Буст. Я как будто из какой-то космической фотонной пушки стреляю, а не из пулемета. Ребяточки, спокойно. Все хотят тискаться, не только вы. Но имейте немножечко уважения. Чуть об дерево не застрял. Бывает. Свободен. Давайте еще разок. Нет, это слишком люто. Это чересчур. Так, еще один буст, еще на один аксессуар. Но, кстати, аксессуаров толком-то и нет. У нас два буквально на ренджу и чуть-чуть дамага, и все. Ну, давай руфла ради еще процентном соотношении. 400 дамага. То есть Я не могу даже посчитать, вот в чем проблема. Я не могу даже посчитать. Но в одну цель технически это должно быть 1200 урона, если без крита, за одну вылетевшую пульку. А у нас за секунду их вылетает, наверное, штук 6. Ну, то есть это уже сейчас выглядит очень-очень-очень страшно.
Так, забираю, у нас сколько, 270 есть, давай еще. Я тут очень сэкономил, потому что юзал скилл, но все равно мы потратили почти сотню. Такое себе. Так, окей, погнали в третьей локации. Ша будем мацать, проверять. Так, свободны, свободны, свободны. Мне не хватает параметра RNG. А, вот, Max Range 24. Выглядит настолько мощно, что мы застреливаем даже дальше экрана. То есть мы технически даже не видим, насколько далеко пуля может улететь. Что пугает. Что на самом деле пугает. Как ты выжила, мадам? Как тебе это удалось? Раскрой свой секретик. Так, яблочко в рот и все пройдет. Рецепты давайте, может найдем еще что-то, что мы не открыли. Риот Щилд у нас был, этот был. Так, огнемет пихай сюда. Катана дорогостоящая, я помню. Катана стоит норм. Так, здрасте. А, тут же у нас и разборка, точно. Забываю постоянно. Так, сейчас напихаем тогда. Забирайте на 290. 50 пулек мы уже, считайте, получили. Были боссы? Не, не видел. Просто не видел. Так, все спокойно. Все, вообще. Ну, слушайте, пока... Пока меня это просто пугает. Честно говоря. Пока что это просто очень страшно. Наша задача тогда просто накопить хотя бы пульки. Уже ладно, хер с ним. С прям преобладанием полноценным. Нам просто надо накопить. Чтобы у нас была броня, отхил. Пулечки. Бонус хит еще один. Давай. Чем бы то нет, собственно. Так, здесь мы все забрали, все забрали. Спасибо, ребятки. Еще косарь, то есть еще на 200 пуль у нас есть. Броня у меня запасная есть. Давайте затаривать. Затариваем, пока дают. Пока дают, бо потом могут не дать. И будет неприятно. Прыщ, пока. Товарищ. Чуть больше совесть. Чуть больше уважаете, в конце концов. Я же миниганщик, вы ж. Растеребу вас только так. Я хочу увидеть хотя бы первого босса. Серьезно, мне кажется, там будет что-то лютое вообще. По времени его убийства. Подчищаем, подчищаем. Чтоб не сильно пушили. А то булки расслабили, понимаешь ли. Так, у нас опять урон. У нас вот здесь почему-то завтык происходит с этим ХП. Хотя нам и ХП надо, на самом деле. Но тратить я его туда, конечно же, не буду. Так, Range Attack Power. Давай еще 25%. 460 урона теперь. Ренжа в чистом виде мне не надо. Accuracy мне не надо. Давай, 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 давай. Нам ни то, ни то не надо, на самом деле. Ну ладно. Давай крит урон. Так, избавляемся от этого дела. Прохил. Нам бы в какой-нибудь супермаркет бы попасть сейчас. Было бы очень хорошо. Было бы замечательно, чтобы мы чуть-чуть подняли ХП. Так, ганстор, фэктори. Давай совсем рандом. Милитари кэп. Вообще мимо касс. Абсолютно. Ну, хотя на вояках заодно проверим. Не, воякам жопа. У нас слишком повысилась кучность за счет апгрейда по accuracy. Что, в принципе, норм. Но нам наоборот, чем разброс. Нам нужен разброс, в общем. Но не слишком большой. Так, я огнемет не продал. Зря-зря говорит уточка. Если у нас хотя бы средненький разброс есть, нам меньше целиться приходится. То есть мы можем вообще рандомием вкидывать. А тут придется уже немножко целиться. Так, крекер скушай. Скушай, говорю. Это забираю. Аптека не надо, это не надо. Это не лезет. Давай возьмем два тактикал карабина. Пидивишка. И там еще булпап есть. Булпап состакался, супер. Мы тут и так нашли неплохо частей. Сейчас еще и продадим. О да, деточка. Выносить это все нахер вместе с огнеметом. 1400 плюсом. Броню мы обновляем. Берем еще миниганыч.
У нас 960, да. То есть в конечном итоге мы уже вышли в плюс по пулькам. Я думаю, можно не переживать. Так, Ребзя. Собрались в кучку. Так, суициды давайте как-то отдельно от нас всех. Спокойно, спокойно, спокойно. Не торопимся. Я понимаю ваше рвение, я его ценю, но спасибо не надо. Так, это все юзаем. Чипсы оставил. В обратный маршрут. Там тип даже не успел выйти в локацию, уже был расстрелян. Понимаю его огорчение. Но ничего с этим не поделать. Да, тут гораздо больше еды и бабла. Ну, мы и пуль, объективности ради, чуть больше тратим. Но оно не сравнится. Свободен. Все скушали, все помазали, все натерли. Так, замечательно. Критрейт. Давайте чистый критрейт. А так спид не хочу. Бляха, здесь еще плюс accuracy просто идет вместе с критом. Давайте дефенс лучше. Пока что с таким наборчиком пошастаем. Так, давайте сюда. Раз, два, три. Мы, по идее, можем пойти на первого босса. По идее, мы можем пойти на первого босса по той причине, что... После него у нас же еще пробежки будут, и там более высокий тир. Давайте попробуем. Тут уже появился четвертый тир, но он слишком редкий. Так, это у нас кто? Мечник, да? Буст. Тут было 52 тысячи хп, если ж. Если вы, может, не заметили. Но у него было 52 тысячи хп. Так, окей, давай еще обвес, давай хп, наверное, все-таки пушим и немножко просаживаемся. Так, отдаем это все, я по крафтам забыл проверять, на самом деле, что там нам падает. По крафтам здесь у нас все открафчено. Рокет Хаммер не открафчен, Лэнс не открафчен. Застреем пока на этой территории. Почему я с револьвер? Боже, я же испугался. Где мое имбо-оружие? Почему я с какой-то пипкой? Спокуха, братва, спокуха. Они хотят убивать не на шутку. Кыш. Перекусь. Я все время все равно кликаю релод. Ну то есть типа от этой привычки не избавиться уже. Она в крови где-то. Либо на подкорочке. Так, свободны. Я уважаю вас за то, что вы группируетесь, но сильно большие группы мне в спине создавать не надо все-таки. Так, еще перекус. Нормально, почти 800 хп вышли. Давайте, давайте. Протяженные линии. Какие-либо визеруночки. Не надо так делать. Не одобряю. Так, прыщи, сразу взрывайтесь. Я пока пособираю, сэкономим время. До свидулькин. Нормально, до 800 хп нажрали. Так, хорошо, что у нас еще? Опять accuracy, мне не нравится accuracy. Ну, в принципе, у нас уже хода назад нет. Все равно, да? Зато плюс крит дамаг еще бонусом. Так, attack power 15 это совсем херня. Ну ладно, давай attack power. 474 урона. Неплохо, неплохо. Так, это я пока сюда сбагрю. Брони пожевали мне, конечно, но не страшно. Добиваем дальше миниган. Нам по-хорошему надо выйти в довольно массивное количество брони. О, четвертый уровень, давайте. Бря. Да, у нас теперь вообще все в точечку летит. Это чуть замедлит наш проход. Потому что нет разбросика. Бляха, оно если критует, наносит по 800, то есть это технически около 18 тысяч урона в секунду. Если критами прям в чистом виде. Босик. Босик пережил даже две очереди.
Я думаю, для него это прям похвала. О, здесь же куча частей. Это очень хорошо. Это давай нам. Нам давай. Давайте сюда рецептики. Давайте еще детальки. Сейчас, может, даже потратим на крафты, неизвестные нам, немножко деталек. Потому что здесь их реально много. Да, с разбросом бы они уже оба были мертвы. Без разброса приходится еще повторно закидывать люля. Так, где мерк? Это понятно. Да, свидули. Но обида в том, что по-другому мы буст не получим. Либо уменьшение разброса и крит. Либо нихера. Поэтому выбор невелик. Так, яблочко скушай. Из предметов самое смешное, здесь была только граната, получается. Что как бы грустно, но зато 2700 накопили. Нормально. Так, гранаты заберите. Что у нас там появилось? Здесь больше ничего не появилось по обвесам, что... Повышение скорости атаки нам точно не надо. Аму плюс 50, консюмшн... Блях, СМГ хэндган, твою мать. Мне надо что-то подобное на винтовку, связанное с консюмшн рейтом. Но, видимо, хер там плавал, как говорится. Видимо, не в этой жизни. Хотя у нас есть шанс попасть еще на склады. И на складах есть шанс, конечно, найти интересные обвесы, но... Опять же, видимо, не сейчас. Видимо, не сейчас. Так, у нас теперь еще и гранаты появились. Ага. Ну, давайте вкинемся. Гранаты сами по себе фуфло, вроде бы, когда их проверяли, да? Так, 10. Здесь я 10 сразу, по-моему, не закуплю. Не закуплю. Теперь мы это все обратно продаем. Возвращаем часть деталей. Замечательно. Главное, что мы их пооткрывали. На будущее нам это точно пригодится. Так, миниганы, затариваемся дальше. 1400, нормально. Тише, тише. Что ты бодрый такой? О, бляха муха. Пацаны понабегали. Тихо, отхил, отходим, отходим, зажим. У нее даже звук появился. Внезапно. Так, сейчас еще будет, не расслабляемся. Так, быстро. Отошли. Отошел. Отощоль. Резака. Свободны. Третья будет. Та-та-та-та-та. Я быстренько пока ликвидирую остаточки. Так, дальника сразу в топку. Там еще один дальник. Еще два дальника. Бешеная баба. Бешеные ножички. Еще дальник, еще баба. Нормально. Так, перекус. Все. Теперь у нас зато огромнейшее просто количество очей, поэтому мы сможем их сейчас тратить и фунькать вообще как захотим. Так, это забирайте, забирайте. Сейчас мы можем еще пополнить запас. Ему сейчас еще какие-то рецепты откроются. Сейчас глянем. Так, перекус. Нормально, сейчас 1010, наверное, будет. Если не больше. Давай сюда, я это одобряю. Вот это, кстати, забавная штука. Понижение вражеской брони. Ну ладно, мы не будем вообще издеваться над боссами. Чтобы еще дебафать их, прежде чем их просто в мясо превратить. Это и так слишком грязно уже получается. Не будем усугублять их незавидную судьбу. Так, что у нас здесь? Это к пауэр еще 25%. 530 урона. То есть 1600 за один выстрел. Блях, это страшно. Это 6000 без крита в секунду. По идее, даже больше, наверное. Там 1010, наверное. Это слишком люто. Это настораживает и немножечко даже пугает. Все забрали, все забрали. Сколько? 7000. Нормально. Не 10, но лучше, чем ничего. Так, пополним еще броню. Рецепт. Кроссбоу. Давайте кроссбоу сделаем. Пусть будет. Здесь ничего нового нет в аксессуарах. Вот очень жаль, что вот эти вот бусты в виде магазинов есть только для пистолетов и СМГ. Вот этот буст очень нужен на винтовку. Прям очень. Я правда не знаю, кстати, сработал бы он с этим миниганом или нет. Скорее да, чем нет. Хотя хер знает. Но у нас нет бустов на райфл вообще больше, да?
Мы можем скорость еще поднять, но я не хочу. Это беспощадно и бессмысленно. Беспощадно, давайте я еще раз проверю, чтобы потом не было дурацких ситуаций. Не, больше ничего нет. Есть шанс попасть. У нас еще Warehouse, конечно, но он опять же невелик. Так, ладно, возвращаемся к нашей ляле. 2000 с собой. Приятно. Давайте еще раз сюда. Rental Warehouse. Отлично. То, что и заказывал, как говорится. Брат, ты че? Два раза меня успел ударить. Так, давайте сюда. Я вижу, у вас еще похават есть. Одобряю. Так, собираем все, что есть. Мили-атаки поджог. Бляха, если еще и на миниган поджог поставь. Это будет совсем, наверное, ужас. Так, эту палку тоже пока здесь оставь. Отойди. Перекусики. Мы почти в косарь вышли, кстати. По хп. Что мне кажется лично восхитительно. Вот я здесь стоял, прыщ здесь взорвался, чтобы вы понимали. Неприятно. Так, шотган полвепан, это не то, что нам надо. СМГ, давай я их даже сюда закину. Ой, я забыл, что тут не сквозные проходы. Так, тихо, не надо взрываться. О, нас там уже ждут. Молодые люди, все ждем. Дождались? Давайте алебарду нахер. Прям изи. Так, проблема теперь только в том, что у нас нет места. Совершенно. Так, веса это, по-моему, на ближний. Давайте я пока сюда скину. Веса это на ближнее тяжелое оружие. Так, это шотган. Это хендган. Это мимо все. Перекусь. Давайте детальки. Бляха, я испугался. Думал, что эта хрень работает на райфл. Но нет. Так, сейчас глянем, по стакам что-то найдем или нет. Это что такое? Blade damage, нет, спасибо. Еще один точильный камень не надо. Еще веса аккумулятора не надо. Сумки тоже не надо. Прыщ, покедово. Laser gun, machine gun. Надробаш буст. А вот этот, кстати, я не помню. Тоже пистолет СМГ только. Жаль. Очень-очень жаль. Так, меч, молоток давай заменяем. Длинный меч на катану. Бензопила не горит. Лэнс. По идее, лэнс должен быть дороже, чем... Ну, не чем лазерный пистолет точно. Давайте вот это заберем. Метательный лэнс. И пока все. Бляха, сырочек, дай сырочек. Так, что здесь тоже меч, метательные ножи, кувалда, горящий меч и, собственно, это, да. Я все равно ничего не буду заменять. Спасибо за альтернативу. Единственное, что мы можем сделать, вот так и вот так, чтобы забиться уже аж прям полностью. Это все оставляем. К сожалению, придется это все оставить. Сейчас глянем, в чем я промахнулся по цене. Но точно не в катане, да? Не, все окей. Все окей, кроме СМГшки обычной. СМГшка обычная очень дешевая. Даже с учетом, что у нас ее достаточно много в наборе. Ну да и хрен бы с ним. Так, эти обвесы, они скорее всего херню стоят. Ой, еще, они вообще по 20 стоят. Фу, говно. Все, что я могу сказать. Так, рецептуры новой нет. Ни здесь, ни тут, а ни там. Поэтому что? Набираем пулемет. Набираем дальше до посинения. Почти вышли в 3000. Пацан, ват? Вы с боссами или нет сегодня? Просто интересуюсь. Друг спросил.
Я не засек, сколько их на старте было, ну ладно. А надо было бы. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Перекусь. Это в разборочку сразу. Не надо пинаться, друг. 77 пока что прописано, но... Я не чувствую. Ой-ой-ой, вот это я почувствовал. Не надо так больше. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Прыщи. Да, Свидулькин. Перекуса мало даете, ребятки. Очень мало перекуса. Кушать хочется. Дайте покушаться. Уйди. Стейки там какие-нибудь. Хот-дозики. Хотя бы кусочек пиццы. Например. Этот просто шквал огня. Это страшно. Так, яблочки, минералочки. Ну ладно, хотя бы так. Могло быть куда хуже. Так, что у нас дальше остается? Чистый атак, давай отброс. 530 урона, x3. Но это ужас. Все, что я могу вам сказать. Давайте тогда еще раз. Мы только добили 1000 хп. Или сразу на босс? Я думаю, что сразу на босс. Мне за первого должно хватить деталей, чтобы потом затариться пульками. Так, ты ж Каменюка, да? Каменюка, здорово. ХП? Не слышал. Так, миньонов своих тоже забери, пожалуйста. Причем я не так много потратил, на самом деле. С нашим потенциалом на растраты снарядов, я не так уж и много потратил. Так, еще крит-рейд. Ну, нам крит-дамаг нужен, но крит-рейд не горит. Ну, давайте. Погнали дальше. Где мои детальки? Отдай сюда детальки. Замечательно, замечательно. Не так много мы, кстати, купим, но... Лучше, чем ничего, и, по идее, нам должно хватить. Так, по броне. У меня запас небольшой. Давайте я броню подниму до двойного запаса. И, собственно, миниган... На все остальное, пожалуй. Я прошу заметить, что мы так и не собрали 5 обвесов на винтовке. Просто для понимания ситуации. Так, attack speed, либо же релода у нас нет. Давай сюда. Все так же 560 урона, что в целом немного на самом деле. Поехали. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Так, рождайтесь. Минус 2 сразу. Минус пол хп. Минус 2 сразу. Резай, брат. Сколько я потратил? Я 2... А, боже, я подумал, 2000 пуль потратил. Ни хера себе. Наскорострелил. Блях, он их слишком долго будет резать. Давайте я броню обновлю. Так, давайте по одному, чтобы было справедливо. Ох ты ж, блях. Так, теперь ты иди сюда. Опять забронился. Нормально. Я опять релот прожимаю. Да ты задолбал уже. Останови эту дурду. Но это самое изичное уничтожение этого мразеныша на самом деле. Ну типа изичнее даже не придумать. 1380 мы отсюда вынесли. Но, что я могу сказать? Миниган на то и миниган, в принципе. Единственное, что я не ожидал, что он настолько хорош будет с учетом бустов. Причем бусты примитивные. Бонус проджектайлы, по сути, зарешали абсолютно все. Даже если убрать бонус хиты, убрать дамаг и убрать потребление пуль, чисто 2 бонус проджектайла решают эту всю проблему на раз-два. А лично мне такая. Хорошо, у нас есть целые 1400. У нас не догрейджены абсолютно основные бусты. Что, кстати, наверное, напрасно. Наверное. Так, с этими товарищами у нас что? А, у нас же здесь еще персы всякие всратые с энергией есть, да? Миньоны с рейндж атакабель. Это потом. Это немножечко потом. Так, что у нас здесь было? Меня интересовали энергетические пушки. У нас открыто до шокгана.
Дальше у нас идет Tesla Rifle, и она числится как последняя, да? Именно как энергетическая, она числится как последняя. Но дальше у нас идет Laser Gun и Hyper Laser Rifle. Что в целом тоже интересненько. Ну давайте пока сюда дотыкаемся. Сколько у него? У него 4 звезды всего лишь. То есть супер имбу, скорее всего, мы с него не сделаем. В чем его преимущество? Он атакует врагов, временно их станет и при этом накидывает на них электрический дот, который на них, собственно, постоянно наносит немножко урона. Вопрос вот в чем. Field of Effect Size. Сейчас мы докинем эти бусты. По идее, бусты у него должны быть стандартные, которые, скорее всего, не изменят его ключевые параметры. То есть те же ключевые в формате зона поражения у него останется, скорее всего, стандартный. И Field Effect Damage, скорее, мы тоже повлиять не сможем. Так, ну хорошо, что нам из этого всего не горит. Давайте Crit Rate поменяем. Range Bonus Hit. Ему это не нужно, мне кажется, вообще. Потому что он и так по зоне бьет, да? Range Mobility. Хер бы с ней. Crit Damage, еще стан, Crit Damage, Field Effect... Ооо, а вот это уже интересно. Мы можем поднять его на 50%. И в наших же интересах, стан нам нужно тоже поднять. И реролим еще один Field Damage. То есть увеличиваем его на сотку. По идее, это должно быть ключевым фактором. Я, правда, не уверен, какие бусты, и есть ли бусты, которые влияют на Field... А, есть, кстати, я вспомнил. Есть бусты, которые влияют на ВЭшный урон. Ну, то есть, в целом, мы можем опробовать ее сейчас. Так как она будет тоже доступна по сути сходу. Я думаю, можем ее потрогать. Так, остаток давайте вскинем в апгрейд перса, потому что мы про него что-то совсем забыли. Так, общий показатель брони можем поднять. И понизить потребление. Давай сюда. Сюда уже не хватит, да? Жаль. Вот это очень прикольный бонус, но держать постоянно низкую броню мне как-то не сильно хочется, на самом деле. Ради такого бонуса. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.